Всем привет! Сегодня 20 декабря 2019 года. Мы с вами находимся на Большеговском путепроводе. Здесь сегодня укладывают балки новые в какой-то из пролетов. И мы сейчас попытаемся кратенько вам это все показать, после чего вернемся на шулявку смотреть, как будет доразбирать кран. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, нашу страницу в Facebook, вступать в нашу группу в Facebook. Мы смотрим, что у нас на Большеговском. Прежде всего нас встречает со стороны Большеговки замоноличенная и загидроизолированная плита примыкания, такая мощная, классная, на мощном лежне. По-моему, я вам этого не показывал. И тут, кстати, я смотрю, что еще какие-то подбетонки есть. Это, судя по всему, связано с теплотрассой. И дальше идет щебневая засыпочка, тоже между теплотрассой и плитой. Далее нас встречает ферма уже собранная, но, как мы видим, пока еще она не при деле, потому что еще не разобраны подпорки, на которых она собиралась, и теплотрасса на ней не подвешена. Но мы видим, что имелось в виду под усиленной фермой, она такая тройная, собранная из красивых модных деталек. До сих пор я не выяснил, от чего это комплектующее, от какой это, может быть, опалубки или для лесов, может быть, специально для каких-то ферм. Далее мы попадаем на пролет, который я вам в прошлый раз показывал, на котором укладывались консольные тротуарные блоки, и мы видим, что здесь уже вывязан практически каркас, два каркаса параллельных для того, чтобы тротуар и лоток вот этот вот обеспечить для теплотрассы. Точно так же я вам показывал на первом пролете. И мы видим, от PrimexNica кран только установился. Мы даже не опоздали. 220 тонн сегодня приехал и планирует вложить 4 балки. Я не знаю, в какой это будет пролет. 3-4 или, может быть, 2-3. Будем смотреть. Видим, что здесь все подготовлено уже к монтажу. Стоят на подферменниках резинки. И, судя по резинкам, пролет все-таки 3-4 устанавливаться будет, который вот сейчас перед нами. Видим, подготовлены выпуски арматуры со старой балки, загнуты заранее. И ребята начинают свою работу, а мы переключаемся в режим таймлапса. А что еще хотел вам показать? Вот лежат кронштейны для теплотрассы. Такие, судя по всему, как будто и оцинкованные. Может быть, оцинкованные, не знаю. По крайней мере, покрытые чем-то похожим на оцинковку. Ну что, смотрим, как у нас ставят балки в очередной раз. Так, мы с вами посмотрели, как укладывают первую балку в этот пролет. Сегодня должны
весь пролет выложить, а завтра, очевидно, будет следующий пролет укладывать. Либо же следующий с этой стороны, либо же следующий с противоположной стороны. Посмотрим. Если попадем сюда, то увидим. Если не попадем, значит посмотрим в следующем обзоре. На этом я заканчиваю этот обзор. Он у нас получился короткий и неполный, потому что мы едем на Шулявку смотреть, как там доразбирают липхер. Надеюсь, что я еще успею, и вы увидите полный таймлапс, красивый, как разбирается этот чудо-кран. Я вас благодарю за ваше внимание, за ваш интерес к моему каналу «Стройкам Киева», за ваши подписки, лайки, комментарии, за ваши репосты моих видео в своих соцсетях, этим вы помогаете каналу. Конечно же, за ваши донаты. Вы очень помогаете мне делать то, что я делаю. И сейчас вы знаете, что у меня разбился вчера дрон, к сожалению, на Усановских садах. Поэтому я вынужден у вас попросить помощи на его скорейшую починку. Буду премного благодарен, как всегда, всем, кто мне пришлет помощь и это покажет мне Приватбанк. Я, конечно же, выскажу в каждом ролике, который я делаю, свои благодарности. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, на нашу страницу в Facebook, вступать в нашу группу в Facebook. Мира, здоровья, счастья, любви. До новых встреч, до новых репортажей. Пока!